С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории района продолжается санитарная обработка общественных мест. Помощь в дезинфекции социальных объектов администрации оказывают сотрудники МЧС и противопожарной службы 39-й пожарной части. У них есть все необходимое для проведения таких мероприятий оборудование, в том числе индивидуальные средства защиты, чтобы сотрудники при работе с дезинфектором действовали с соблюдением всех мер безопасности. В связи с достаточно сложной сложившейся обстановкой, в стране, крае, непосредственно на территории нашего муниципального образования мы совместно с органами местного самоуправления проводим дезинфекцию общественных мест. Проводится это согласно плана дезинфекции. Значит, наш личный состав имеет все оснащение, позволяющее это производить в безопасном режиме. Сотрудниками МЧС и противопожарной службы была полностью обработана территория автовокзала и Северного парка. Работа по дезинфекции общественных мест продолжится. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».